Описание представленных томограмм пациента 1993 года рождения от 14.02.2019. Область исследования – КТ органов грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Слева в С10 определяется участок пневмонической инфильтрации размером 28x26x25 мм. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы, нижние паратрахеальные, слева размером 14x11 мм, в аортопульмональном окне 10x8 мм, бифуркационные размером 19x17 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы до 18 мм. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Обращает на себя внимание диффузное утолщение стенки желудка до 14 мм. Гипертрофический гастрит. Заключение. КТ-картина левосторонней нижнедолевой пневмонии С10 на фоне умеренной лимфоаденопатии средостения, утолщение стенки желудка. Рекомендовано КТ-контроль ФГДС. Комментарий к заключению. По КТ у вас признаки пневмонии с характерным увеличением лимфоузлов, средостения и признаки гастрита. Вам нужно повторить КТ грудной клетки и сделать гастроскопию ФГДС, а там и видно будет.